Господу помолимся, Арсенти! Христос воскрес! Господу помолимся, Арсенти! Христос воскрес! Господу помолимся, Арсенти! Господу помолимся, Арсенти! Господу помолимся, Арсенти! Священные архипастыри, то есть почтимые отцы, всечестные иноки, иноки, недорогие братья и сестры. Валентивный и высоко торжественный день, наполненный особой радостью, самосознанного гроба Господи Иисусе, сердечно поздравляю всех вас с великим и мироспасительным праздником Пасхи. И обращаю к вам древнее, жизнеутверждающее приветствие. Христос воскресе! Воистину воскресе! Отцу даже до смерти и смерти креста. Он приводит человечество к его Создателю и примиряет его с ним. Будучи Сыном Божиим по природе, он соделывает нас сынами Божьими по благодати. Господь открывает нам путь нравственного преображения, духовного восхождения к вечной блаженной жизни с Богом в вечернем дне Царствия Его. Освободив нас от рабства греху, сокрушив власть мира правителей тьмы века сего духом злобы поднебесных, Господь возносится на небо, где в священной любви к нам пролив за нас во Христе свою пречистую кровь. Мы призваны словами и делами, всей своей жизнью свидетельствовать людям о том, кто был изъязвлен и мучен за беззаконие наше и воскрес для оправдания нашего. Дорогие братья и сестры, хотел бы вновь и вновь от всего сердца поздравить вас с ответным праздником праздников и торжеством и торжеств с Пасхой Божией Спасительной. Благословляет нас святой апостол Иоанн, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, который возлюбил нас и послал Сына Своего в исцеление за грехи наши. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Пусть эти дивные слова неизменно будут для нас руководством на всех путях жизни. Пусть они вдохновляют нас на совершение добрых дел, на служение нашим ближним и дальним. Аминь. Сей день, Егоры, сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь, ибо воистину воскресе Христос. Кирилл, Патриарх Московский и вся Руси, Пасха Христова, Москва, 2019 год. Господу помолимся, Арсенти, Христос воскрес! Живое небо, рожа.
кровь.